Встали и чем много, да? Но. Тут? Нет, так не больно. А как больно? Вот. Выпрямиться и шагать. Вавожьи русич зембай гуртыш фельдшер Анастасия Коротких вишище стыла иштишкиш медпунтын эскеремя. Тану налайсы юртын бульдон тупатьян уж жёсмуно. Гужим вачишки щёс тужик трос углошуэ, вишины дыравал уж трос. Соинны ремонт алимы тэмын. Медпунтыш буш улыш кабинет ёсно табере кулы ездя кутышкозым. Да, у нас планируется здесь кабинет массажа. Будет здесь кабинет массажа, будет массажистка. Здесь у нас комната отдыха для врачей и для медперсонала. Здесь у нас процедурная. Ожик не масло забадим ее стыну, пенал ее стычкон кабинет ее. Во что мы не лепет, укно ос, эстичкон сезнет. Уже сыч мы нам здесь чакласа вожи ачис, ерос имеечко нищ валтыш врач Лев Шубин. Та что учурез кукевань уж ее сты колхоз ас влас баште, чем ук помечкалом. Туж бадим тал, представитель колхоза, Мичурина Копеев Владимир Александрович, кудис Маринкаре, ремонтировать каре фельдшерское пунктес. Конечно, фельдшерское пунктес тут жутнуку, а малокашвоната в основном пересесли все кытвы ветлены в Авоже, там больницы. И тази лести салмыки, ваньмы, конечно, уже с майгесом салзы. Вато не завел. Тун не унояц гуртесын тыропу до эм юрте чотыны ук быгато. Тырмыта вал тырлык эм юмлёс. Кудык бет пунктес фельдшерёса вален пыцачко. Кыле марын зямбайыны сычы шугяшкон кылдылыз. Колхоз юртен юрто майн быгато сайник юрто юрте кукельто. Пенсионерсыны к обращаться карышним во что мирам. Медпункт мы уже вал. Собрание пенсионерсын вал выступать тем, чтобы обязательно медлого змелям фельдшер мы. И алит они тоже бачим. Да, бет юрте колхоз, ремонт каре, калык кать медлого звонимыз. Калык, потому что уже дырызря уже дурыч кошкем зыноглу, а вот кулка уже скорую помощь указывать карнакуя. Может быть, печигали оказать карнакую помощь. Но ведь все ту же баджим поспорил, все калыклы, здоровье за это. Постоянно учат, но плечат вам. Ну, кожачка, что та фаб, самое основное все же таки ужащий калыклы, все медужалос, берут зря медужалос. Нялтас Ватсалона, колхоз юртемен артыш вульбия гуртынно фабсы вульдемен, колос вожесно ужащий сыспонна туш щелмашке. Светлана Добрякова, Василий Хохряков, Манамут, Мурти, телеканал.